покажу вам его зимний двор. Там территория у соседей, которые заехали 2-3 или сколько год, 3-4 года назад и уже съехали. Короче, никто сейчас тут не живет, печку приходят, топят. Вот это вот наши постройки, которые мы восстановили после пожара. О пожаре видео у меня есть на канале. Такой вот зимний дворик. Все надо чистить. Сегодня с утра лежал такой пушистый снег. Но я вообще очень люблю чистить дорожки. Вот. Сейчас покажу свою площадку огромную. Так, тут у меня машина стоит. Вторая на улице обычно стоит, но сейчас она на вахте. Прицеп от мотособаки. Ой, от мотособаки говорю. От этого, как он называется-то, от культиватора. Тут моя площадка. Ты ее расчищаю тоже от снега. Пойду в магазин за овощами. Да, хочется каких-то овощей вкусных. Такая вот деревня. Так, там собака идет. Я так боюсь собак. Надеюсь, она хорошая. Я сегодня пешочком обычно на машине. Но сегодня так тепло вообще на улице, так здорово. Прям по-весеннему. Уже хочется 8 марта. Так, а печка у меня растопилась или нет? Вроде топится. Не видно. Печку мы топим и не оставляю. Я стараюсь не оставлять ее одну. Чтобы обязательно кто-нибудь дома был. Так, собака. Надеюсь, мы с тобой разойдемся по-хорошему. Поеду в магазин.